Делаем шарики, да? Начинаем вытягивать нашу капельку. Вот так мы сделаем вот такое тельце. Сантиметров она у нас высотой. Теперь мы с вами сделаем передние ножки. Возьмем мы по 3 грамма белой мастики на каждую ножку. Опять катаем капельку и вытягиваем вот такую длинную ножку, кудышку. По 3 грамма белый. Вытягиваем. Делаем одну сторону, да? Помните, прибиваем специально, чтобы нам можно было теперь 1,5 грамма черной мастики берем. Это копытца наши будут. 3 грамма белой мастики на ногу. Плюс 1,5 черной. Сантиметр высота белой ножки и сантиметр почти, ну то есть 0,9 черный. Сделали. Если нету хорошего липкого слоя, значит мы приклеиваем. Вот, видишь, вот. Приклеиваем. Если есть липкий слой, значит просто вот, как в моем случае, оно и так все склеивается. Сделали ножку. Сделали такую вторую ножку. Кстати, вот. Наше тело, нам нужно немножко его прибить. Мы делаем здесь такую ровную часть для того, чтобы... Такой прямой срез, это делается для того, чтобы нам было удобно приклеивать наши ножки. Тоже, наверное, возьмем 3 грамма белого и 1,5 грамма черного. Так, катаем шарики. Скатали шарики. Отделяем немножко. И прибиваем. Это будет наша задняя нога. Вот такая она у нас получилась. Я сейчас еще раз все покажу. Мне кажется, маловато. Так, сделали. Чуть-чуть отделяем, прибиваем, вот так, и прижали, сделали вот такую ножку. Теперь берем наши 1,5 грамма черной мастики и делаем копытца. Так, делаем копытца, опять скатали шарик, прикладываем к нашей ножке, смазываем клеем, прикладываем, немножечко здесь нам нужно расширить. Потому что это все-таки у нас копытца. И как у любого копытца, должна быть вмятинка. Мы тоже ее делаем. Ой. 1,5 грамма. Все то же самое, что мы делали на передних ножках. Приложили. Здесь немножечко мы расширяем. Побольше, тут поуже. Вот она у нас. На наши ножки тоже здесь делаем разрезик. Делаем хвостик небольшой. Не буду там длинный хвост какой-то делать. 0,5 грамм нам надо на хвостик. И теперь цвет, который будет у вас на коровке пятнышки. Вот вы сразу должны уже сейчас определиться с ним. У меня вот есть такой оранжевый. Оранжеватый, он не оранжевый, рыжеватый. И есть вот такой вот коричневый, больше как персиком. Вот такой я соединю. И вот такого цвета будут у меня пятнышки. Если у вас будут черные, значит вы делаете изначально черные. Если такие вот, как у меня, вот сейчас еще, наверное, я чуть-чуть добавлю коричневого. Вот будет такой мягкий коричневый цвет. Сейчас мы вот так видим. Берем еще 0,5 грамм. И это будет у нас на нашей кисточке вот этот и хвостик.
приклеиваем, на попке все смазываем. Помним о том, да, я много раз говорила, мы никогда не оставляем просто так, мы всегда наши хвостики на что-то цепляем, прилепляем, только чтобы они не болтались у нас отдельностью. Почему? Потому что отломать легко при переносе фигурки. Сняли хвостик. Так, берем теперь 55 грамм на нашу голову, раскатываем, как всегда мы, шарик. Раскатали шарик, если есть какие-то заломчики, мы их прячем где-то внизу. Вот, чуть-чуть укатали его, сделали более удлиненным. Теперь мы его всегда прибиваем, увеличиваем площадь нашей головы. После мы это 5 сантиметров у нас, она вот такая вот няшечка. Так, на нашу мордашку розовую красивую беру 5 грамм, 5 грамм розового. Итак, наша голова. 5 грамм нежно-розовый. Кстати, забыла сказать, мы вот здесь должны сделать линию глаз. Так, 5 грамм. Я сделала линию глаз. Вот теперь вот так выглядит наша голова. Вот здесь у нас будет ее мося находиться. Я ее на руке сразу. Я сразу сказала, что без сисёль. У нас без сисёль. Приклеиваем. Поднимаем. Делаем два глазика. Глазки делайте приблизительно на там, где ноздри у вас будут. Черным, можно коричневым, каким удобно. Я просто, так как у меня она белая, этот бледно-голубой, он уйдет потом, не будет так сильно кидаться в глаза. Можно даже, знаете, сделать один глазик, давайте так сделаем, я вот сказала, и мне прям самой понравилось идея, сделать один глазик с пятнышком. Да еще сделаем и ротик. Я еще просто говорю, что сейчас я хочу вам показать, что можно сделать, что даже без рта будет красиво. Да, да, будет, конечно, и рога, и уши. Девчонки! Так, берем кусочек мастики, цвета, которым вы будете делать вашей коровке точечки. Вы, опять же, можете этого не делать. Можете остановиться на данном этапе. Либо вот, если... Ух, ё-моё. Это, видимо, мастик в чем-то. Кисточка явно не в той... Не в том... Если вы, например, не хотите делать это, то вы тогда все вот подтонировали и больше ничего не делаете. Ну, как в плане, пятнышко не делать. Если вы решите тоже сделать с таким пятнышком, тогда берете небольшой кусочек. Обязательно это пятнышко нужно хорошо растушевать. Ни в коем случае не оставляйте, чтобы у вас были швы. То есть все должно быть полностью сглажено, чтобы все было гладко, как будто это единственное, как единое целое, да, все проходит все вместе. Так, вставляем кусочек мастики. Помним, что глазки у нас ни в коем случае не должны выпирать, да, они должны быть в своей ячейке. То есть... Берем по 1 грамму мастики. Ушки берем 1 грамм белого и 1 грамм розового. Сделали вот так вот. Положили розовенький. Наши лепешечки такие соединяем. Получается у нас такая зефиринка, да? Теперь разрезаем ее пополам. Так, разрезали пополам, получили одно ушко. С одной стороны у нас беленькое, с другой у нас розовенькое. Приложили наши ушки. Сделали вот так. Здесь соединили.
соединили, лишнее отрезали, получили ушко. Получили ушко. Делаем, как я. Вот так делаем. Две точечки. Далее берем скальпель. Делаем надрезик. Вот, она уже улыбается. Теперь аккуратненько приоткрываем наш ротик. Получаем, смотрите, уже совсем другую коробку-улыбашку. Язычок. Я вот искала сколько, ничего нет, реально. Все некрасивые. Коровка! Грамм. Вот такая у нас буреночка получилась.